Все его королевство говорило лишь о красоте Итика по имени Джульетта. И, услышав все эти разговоры, Ромео слепо влюбился в него. В один из прекрасных дней Ромео начинает свои поиски простора кровеносных русел. В поисках он находит замок Джульетты. Но, к сожалению, замок охранялся очень строгими эдотеляциями, и они не пускали его. Он старался, он пытался, но у него никак не получалось. С тех самых пор Ромео каждый день думает только лишь о Джульетте. Несмотря на то, что было много преград, препятствующих любви, он каждый день приносил ей холестериновые цветы и сладости. Так как его не пускали внутрь, он оставлял возле замка. Акт второй. Встреча Ромео с Джульеттой. Пытается проникнуть в замок. О, любовь моя, душа моя, я всегда мечтал встретиться с тобой. Как я хочу коснуться своим апостобелком твоих нежных рецепторов. Я откажусь от катаболизации и навеки вечные останусь с тобой. О, милая Джульетта, мы будем вместе всегда. И мне обниму, и в клетку верну, оберну. Акт третий. Разочарование. Пока разочарован я. Не меня ты ждала, холестерину жрала. Мы с тобой не пара. Бросаю я тебя. И давай до свидания. Давай до свидания. Не уйдешь ты от меня. Век со мной останешься. Тетных клеток макрофагов. А они с помощью хемотаксиса начали атаковать Ромео. Ромео сражался как мог, но его... Бедный Ромео был сильно ранен, и его заперли в лизосоме. Почему он все жив? Джульетта стала настолько жестокой после слов Ромео о жирных боках, и решила добить его, и позвала на свои спецвойска коллагенов и эластинов в главе с Тибальдо. Тибальдам на помощь пришли братья Ромео, липопротеины. И началась кровавая война. В результате войны погибли, и на месте сражения появилось кладбище жиров. И это место стало проклятым. Там начали оседать тромбоциты с образованием тромба. В итоге маленькая, не сбывшаяся любовь Ромео и Джульетты привела к гибели всего организма. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Ребята, уже крепко сдался.
Как гордо выходит наш Надаш, нехило пополнив свой багаж. Вдыхательный цель стремится он, чтоб запустить процесс, что творится в нем. И вращение ротора АДФ встречается с фосфорным остатком. И образуется долгожданный наш АТФ. И вода. Сити в поисках новой энергии. Дальше уже идут ряды.
коневое дыхание и отдайте ваше сокровище. Очень хорошо, студентов видите много, интересно, вы активно участвовали. Такая подготовка требует много времени, как со стороны студента, так и со стороны кафедры. Ну, в общем, я так сказать, я за. Молодцы. Спасибо. Молодцы, и всем вам пожелать дальнейших успехов в учебе, в профессии вашей. И пожелать кафедре биохимии вот такие олимпиады сделать на регулярной основе, чтобы мы каждый год получали удовольствие, видя, какие знания показывают наши студенты. Спасибо большое. Есть потенциал, который сможет вывести, наверное, нашу медицину на хороший уровень. Это зависит от многого, но я думаю, в первую очередь, и от вас. Я очень благодарна жюри, всем коллегам папы. И обещаю, что это, конечно, первый раз, поэтому призовой фонд у нас не очень большой получился. Было много подготовительных. Мы идем. И вам большое спасибо за то, что меня пригласили. И я рада видеть такое большое количество студентов. И зал откликался на то, что показывали. То есть мы понимаем, о чем говорили студенты. Очень высокий уровень сегодняшней нашей группы. Способности, да, свое умение держаться на цели. Поэтому у меня были только высокие баллы всем командам.